Всем привет! Продолжаем путешествовать. Псков, церковь Василия на Горке, храм святителя Василия Великого. Православный храм, памятник архитектуры 15-16 веков, расположенный в Пскове. Церковь находится на Васильевской Горке, в среднем городе, неподалеку от Октябрьского проспекта. Храм имеет три апсиды и ступенчатые арки. Апсиды церкви и барабан завершают тройные орнаментальные фризы, типичные для большинства псковских храмов того времени. Орнаменты фризов состоят из мотивов новгородского происхождения, расположенных тройными лентами, что выдает московское влияние. Храм четырехстолбный, с повышенными подпружными арками, имеет основной и два боковых предела. Первый деревянный храм на месте нынешнего был сооружен в XIV веке на холме, возвышающемся в болотистой местности, перед ручьем Зрачка, ныне ручей Засыпа. В 1413 году на месте деревянной церкви был возведен каменный храм. Конец 15 века и 16 век, время рассвета, когда к храму были пристроены пределы и галереи. В начале 16 века была написана чтимая храмовая Тихинская икона Божией Матери. В середине 19 века был произведен ремонт, изменивший древний облик здания. К концу столетия церковь была приписана к Крепецкому монастырю и стала его подворьем, которое единожды в году посещал крестный ход, а все остальное время церковь пустовала. В 21 году власть закрыла церковь для богослужений, превратила в склад. В 1941, когда Псков был оккупирован фашистскими войсками, церковь передали для богослужения общине старообрядцев Поморского согласия. В 1944 году северная часть храма была повреждена бомбой. Вторичный храм закрыли для богослужения в 1947. Там был архив. В 2003 году храм передали общине Русской Православной Церкви. Настоятель храма протоиерей Андрей Большанин. Внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Ну так вкратце из Википедии о церкви Василия на Горке, Псков. Пока-пока, до свидания.